Чаевые, да? Пойду куплюсь. Вода, молоко. Заходим, заходим, заходим. Активно, активно. Давай, 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 давай. Сашка, это не они. У нас все будет по-другому. Лютер, вниз. Я тебе обещаю. Привет, привет. Заходим, заходим. Сейчас Настя тоже подключится, сделаем с ней совместный прямой эфир. Так, 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 сейчас еще чуть-чуть побыстрее, сейчас. Ну, я начну. Итак, жила-была влюбленная пара. Когда свадьба? Свадьба скоро, скоро. Принц и принцесса, их любви не было. Принц признавался в любви, дарил подарки. И вскоре они поженились. Но постепенно чары любви спадали. Принц все реже обращался... Привет, привет всем. И в конце концов перестал интересоваться ее жизнью. Вместо поцелуев из его уст вырывались мелкие претензии. И тут принцесса поняла, что чуткий и заботливый принц вовсе не принц, а ленивый лысый тролль. Ну, теперь я расскажу сказочку. Жила-была принцесса... И вдруг резко превратилась в жабу. Все. Да прекратите, блин! Я еле отучилась от этого, блин. Вы можете нормально объяснить? Пожалуйста. В чем ваша проблема? Ну, в смысле наша. Да проблема в... Проблема в том, что вы влюблены. Когда этот туман рассеется, вы поймете, что вы ни хрена друг про друга не знаете. Так мы узнаем. Чувствуешь, как в этих отношениях ты повзрослел? Давайте сэкономим. Ну, как, в какой-то степени есть такой, да. С погодой у нас все отлично. В здоровом теле, здоровый дух. Или как-то у нас мясо не ешь, а? Ты мясо не ешь, энергии прям вот, я не знаю, ну как-то... Вот, как трещит из тебя. Мелочи. Из таких мелочей жизни состоит. Не хочешь рассказать, как ты там... Привет, где Настя? Настя сейчас зайдет в прямой эфир. Какие таблеточки? Противозачаточные таблеточки. Зачем? Ну как же, зачем? Хотим мы рады. Тату на киске не выгорает. Это ты во всем виноват. Ты же меня не пустил. А, на кисти. Знаешь, на кисти нет. На киске. Нет, не выгорает. Расходитесь, пока жизнь всех впереди. Ну, кстати, здесь есть. Так, здесь, здесь. Здесь. Сейчас. Меня видно или нет? Вот теперь видно. Так, сейчас заходит Настя. Наконец-то мы не живем вместе.
Девушка, вы что хотите? Я ничего не хочу. Я хочу подписчиков. Можно мне подписчиков, пожалуйста, от вас? А чего? Девушка, давайте, ну... Так, девушка, давайте так, ребят, мы зашли тут по делу поговорить, вот, никого не обсуждать в этот раз. Сейчас, подожди, побольше народу соберется, подожди. Давай, собирай народ. О, какая красивая, Максим, тебе повезло со мной, просто в шоке. Но мы-то оба знаем. И зубы, ну, конечно, у Макса зубы красивее, чем у меня, это факт. Они белее. Как у Насти с документами? Ребята, она в Украину уезжает. В Украину пора. На самом деле, сейчас мы решаем с моими документами все эти вопросы. Я не решаю. Я не решаю, решает Настя. В ближайшее время просто Максиму придется взять меня замуж, потому что мне, чтобы не депортировали, у нас брак по выгоде, то есть как бы мы все это обговорили. Так, шутки шутками, ребят, на самом деле мы зашли с Максом, что у Макса на странице происходит сейчас розыгрыш, сегодня вас, через пару часов, если вы быстренько... Кис, ты лагаешь. Что это я лагаю? Да. Алло. Короче, еще да, раз повторяю. Короче, ребят. Да, я скажу, любимый. Вот. Давай, говори, давай. Короче, у Макса на странице, если вы зайдете в его подписки, у него 49 подписок, вам нужно на них подписаться уже сегодня после 3 часов дня. Вы сможете забрать либо деньги, либо подарок на выбор. Там либо AirPods, либо колонка. То есть там 3 подарка. Поэтому быстренько можете перейти подписаться. Для этого мы делаем вам эфир. Ну, чтобы вы понимали, да, чтобы все знали. Не разводящие. Меня плохо слышно? Кис, меня плохо слышно? Да, ну сейчас вроде нормально, до этого лагало. Вот, поэтому вам нужно... Что у Настя с губами? Максим меня отшлепал по губам, поэтому... Отшлепал. Подписалась, да, поэтому давайте быстренько вы перейдете, подпишитесь и заберете эти подарки, потому что реально честный конкурс, и он длится пару часов всего, вот, и в дальнейшем мы дальше будем тоже вам еще подарки готовим. Вот, Макс, вот сейчас смотри. Надо подробно объяснить, ребят, смотрите, надо всего лишь подписаться на тех, на кого подписан я, то есть это 51 или 52 человека, то есть это спонсоры, да, вот, вы можете перейти ко мне на страницу и там увидеть на мои подписки, нажать и подписаться на всех. И сегодня вечером, то есть уже будет разыгрываться всех, кто подписался, подарки. Вот, поэтому, блин, ничего такого трудного нету, поэтому берем, делаем и забираем. Я вижу, что сегодня вызвал... Смотрите, сегодня я разыгрываю в прямом эфире не свои губы. Мы разыгрываем подарки, поэтому даже можете не писать про мои губы. Не писать, что Максиму все равно он так реагирует. То есть, ребята, успокойтесь, у нас все нормально. Мы свои отношения не выносим на показуху. То есть, даже если мы деремся, там, ругаемся, у нас все это скрыто. Это мы деремся, ребята, по правилам ММА. Каждый день. Так, Макс, у меня что, большие губы? Максу нравятся мои губы. Нормальные у нее губы. Вот, и мы просто зашли, чтобы еще раз повторить вам, что вам нужно подписаться, просто зайти на 49 человек, подписаться, вот, в течение нескольких часов, и забрать сегодня уже подарки, сегодня, то есть никакой другой день. Украина участвует, ребят, участвует абсолютно все. Любая нация, без разницы, в Украине вы, не знаю, посмотрите, в Азербайджане, да. Без разницы. Шлюхафу. Так, хорошо, спасибо. Шлюхафу. Я ее так же называю. В постели тут. Бля, Максим, не знаю, тут рассказывать. Вы можете с любой стороны абсолютно участвовать. Вот, там, Казахстан, все остальное пересылается Почта России, правда, но там, если вам просто деньги могут переслать, все, у вас на выбор либо AirPods, либо деньги на выбор, то есть либо колонка, либо деньги, то есть вы выбираете и все. Без разницы, я в Англии, ребята пишут, даже если ты в Англии, деньги тебе отправят, либо подарок, либо деньги, решать только тебе. Привет, всем привет.
Макс, ты что не ссоришь? Ну, видишь, твой юмор не понимает. Потом пишут, что ты, блин, безразличный, холодный. Это все равно. Я еду сейчас к гинекологу. Максим скоро станет отцом. Так приятно было со всеми пообщаться, ребят. У меня срочные дела в другой стране. Я полетел. Да, ну посидеть, чтобы объяснить, кому они подарки. А смотри, там не один, там несколько подарков. То есть у вас на выбор либо AirPods, либо деньги. Там две пары AirPods и колонка. То есть вы выбираете либо колонку, либо AirPods на выбор. Если вы не хотите, просто скидывают деньги. Магазин еще не открыл, он в процессе. Потому что я до сих пор еще все с этой ногой мучаюсь. Макс видел, как я упал. Макс, такой пацан был, просто видите, стал. Да-да-да, все, пиздец, искренней улыбки не увидишь. А я не искренне улыбаюсь. Просто подписаться, да, ребят, просто подписаться, и сегодня вечером будут разыграны подарки. Будут разыграны подарки. Подарки, я думаю, что удобнее, наверное, вам взять деньги. Вот, я бы на вашем месте, честно, брала всегда бабки. Тем более, я тоже делала несколько... Да, я тоже бабки бы взял. Несколько раз делала розыгрыши, и у меня вместо айфона брали деньги, и вместо телевизора брали. Вы что, спите? Нет, мы не спим. Что? Здесь пишут, вы спите? Вы что, спите? Знаешь, у меня зубы красивее смотрятся, чем у тебя. Смотри. Потому что здесь темно, Настя. Смотри, смотри, сразу обижается, типа. Не, не обижаюсь. Да, это у тебя самые красивые. Сейчас зубы. Тоже можно, да, подписаться. Ребят, у вас есть время до вечера, то есть вы подписываетесь, и чуть позже я скину к себе в историю, на какой странице будет разыгрываться этот подарок. То есть вы приходите на эту страницу, включаете уведомления и ждете прямой эфир. Понимаете? Поясняю, будет разыгрываться, не я буду вечером делать прямой эфир. Это важно. Не я буду делать прямой эфир вечером и разыгрывать. Будет разыгрывать другой человечек. Просто нужно сейчас после этого эфира... Да, давайте я вот этот эфир выложу к себе в ленту, а под эфиром напишу страницу парня, на которой будут разыгрываться деньги. Вот, поэтому переходите, подписывайтесь. Еще важно, внимательно посмотрите, на кого подписан Максим Колесников. Но туда нужно зайти как и подписаться. Официально. Как официально. Кстати, у нас с Максом уговор, что если я буду выходить за него замуж, я должна взять его фамилию. Он мне поставил ультиматум. Либо фамилия, либо я уезжаю в Украину, да? Макс, нах, рос вот так открывать. Раньше так улыбался с закрытыми губами. Я раньше улыбался вот так, потому что я стеснялся свои зубы показывать. Сейчас я улыбаюсь так, потому что могу себе позволить, понимаешь? Ты не ответил про фамилию. Что? Что я должна... У нас с тобой ультиматум. Либо я беру фамилию, либо я еду в Украину. Да, если ты... Настя по-любому должна взять мою фамилию, сделать брачный договор и по-любому... И по-любому... расписываемся. Если не, ну, ни одно и ни второе условие не будет выполнено, или хотя бы одно из них, все. Украина ждет меня. А брачный договор мы подписываем на условиях того, что все, что у меня есть, я переписываю на Максима Колесникова. Че? Ничего, ничего. Все, что у тебя есть, подписано на Максима Колесникова? Переписываю на Максима Колесникова. А, все, что мое, мое, все, что Настина, мое тоже. Валерий 5811, фу, зачем он тебе? Слышишь, я твой рот ебал. Закрой нахуй свой, блядь, ебальник, блядь. Подожди. Закрой нахуй свой ебальник, блядь, и воздух нахуй здесь не распускай, блядь. Шелуха ебаная, блядь. За, нельзя материться. Хули она хуйню пишет, блядь. Ну, так видишь, так, у каждого должно человека быть свое мнение. Вот и все. Кто-то так считает, вот и все. Курунди тоже ебало завали свою, блядь.
Зань, не матерись, заблокируют мне страницу, не тебе. А, все, извини. Все готово, класс. Такая же. Ребят, я не вижу ваши почему-то вопросы, у меня все зависло. Очень жалко. Макс, что там пишет? Я не вижу. Я бы поотвечала. Пишет Максим, ты классный. Я не вру. Максим, ты классный, ты лучший, Макс. А сколько человек смотрит? 498. Мне даже цифру не показывает, прикинь. 506. Так, ребят, напоминаем, что мы с Максом сделали совместный эфир не потому, что мы живем отдельно, а потому, что я уехала раньше, и сегодня у нас розыгрыш. Вы просто переходите на страницу Макса, подписывайтесь на его подписчики, можете уже сегодня забрать 15 тысяч рублей, либо 10 тысяч рублей, либо AirPods, либо колонку. Поэтому я бы на вашем месте бралась за бабки, вот, потому что я вот люблю деньги. Стой! Почитай, что пишет. Я не вижу просто, что пишет. У вас уже интим отношения, что ли? Ты что мой чай пьешь, мальчик? Нет, я Кис, объясни еще людям разочек. Кто зашел, кто зашел в эфир, кто вышел. Короче, ребят, для тех, кто только-только зашел, смотрите внимательно на мои губы. Вам нужно, если вы хотите выиграть деньги, либо наушники для айфона последней модели, либо колонку, вам всего лишь нужно подписаться на всех, на кого подписываю я. Переходите ко мне в профиль, там 52 подписки. Вы подписывайтесь на каждого, и сегодня вечером на странице парня, которого я скину чуть-чуть позже, будет происходить розыгрыш. Поэтому быстро делаем и забираем. Можно вопрос, почему вот люди в комментариях и тому подобное пишут гадости, а когда на улице встречаются, можно сфоткаться? И а что пишут? Что пишут? Ну, хрень всякую. Мне в лицо, поскольку я себя знаю, никто ничего не говорил. Да пусть пишут. Я просто не вижу, что там пишут, а мне очень видно. Так, короче, еще раз напоминаю, потому что скоро будем выходить с эфира, что вы должны просто подписаться на всех, у кого подписан Максим Колесников, и забрать сегодня либо деньги, либо AirPods, либо колонку. Поэтому всем удачи, желаю вам... Зачем? Сейчас, подожди, а зачем мне твои подписки? Это спонсоры розыгрыша? Да, ребята, это спонсоры розыгрыша, вы переходите ко мне на страницу, повторяю, подписывайтесь на всех их, и все. Я тебя видела, но не подошла к тебе. Да пошел ты очкошник, блин. Только хрень можете писать. Блин, а ну стой. А ну давай сейчас, как мне? Давай я сейчас отключусь еще раз, зайду, чтобы видеть комментарии. Подожди. Не выходи. Я зуб болит. А я тоже. Все, мы сразу. Сашка, пиздец уже. Сколько понтов? Где понты? Алло. Макс, какой у тебя рост? Рост 1,83 м, вес у меня 76, по-моему. Я после армейки сбросил жестко, очень жестко.
Тачка, где Настя? Она говорит, что тут. Сейчас ты туда провалишь, ты бежишь. Смотри. Родите, а что, нашу тачку утопил, что ли? Значит, сейчас. Не до этого, брат. Видишь, вот у женщины. У нее проблемы с ним. Какие проблемы? Жди, ты послушай меня, брат, пожалуйста. Проблемы у нее серьезные. Я не могу сейчас жизнь спасти. И все зависит сейчас только от вас. Машина. Дайте. Пожалуйста. Ты что, вообще охренел, что ли? Так, подключаю Настю, да. Сели, просто на солнце их поставь, и все, зарядятся. Ты все равно непорядочно поступаешь. Вон, посмотри, до чего ты Иван довел. Вон, посмотри. Да. Тихо, подожди. Подожди, вот, берите. Все, сейчас все обратно. Так, я включилась обратно. Везде, где идут розыгрыши, ну смотрите, я вам объясню, почему люди просят подписываться на них, когда идут все розыгрыши. Чаще всего люди спонсоры, за счет которого вы получаете бесплатные подарки, вы их получаете, потому что люди, которые, на которых вы подписываете, они оплачивают этот гил, дабы развивать свою аудиторию, дабы чтобы росло количество своих подписчиков. То есть каждый человек сейчас, ну, к сожалению, часть Инстаграма — это индустрия развития денег, где все как бы неплохо зарабатывают, и все хотят себе большую аудиторию. Поэтому ничего плохого здесь нету, поэтому эти ребята оплатили ваши подарки, либо ваши деньги, вы просто на них подписываетесь, и все, это как бы взаимообмен ресурса, то есть вы получаете, они получают. Цена виниров у нас приблизительно... У двоих 1700-800, наверное. Но у Макса просто верхний поставленный, у меня весь рот поставлен. Еще вопрос, вот на самом деле, я скажу вам, вы задолбали там писать про каких-то бывших, не бывших, почему-то постоянно это фигурирует, забудьте, пожалуйста, вы пишите, нам эта тема неинтересна с двух сторон. Если вы не понимаете, как бы у всех были бывшие, но почему-то вы постоянно прикрепляете каких-то клеймо какое-то лепить, это уже просто раздражает всех. Макс вообще, походу, Максим понимает, о чем речь, просто он более молчаливый, более сдержанный, наверное, и разговариваю в нашей паре чаще я, поэтому просто розыгрыш сейчас происходит на странице Макса, поэтому будьте внимательны, не пропустите. Настя, чего у тебя кривые губы? Потому что у вас кривой мозг. Мозг. Максим... Флегмат, знаете, такая, если вы в психотипах разбираетесь, флегматический человек, более погружен в себя, вот, ему интереснее, когда он находится один, либо со мной, либо со своими друзьями, все, то есть это не человек, который на всеобщее обозрение, я больше к таким людям отношусь, что мне нужно каждые трусы выносить. Спасибо. Вот есть люди, которые любят нас, вот те хейтеры, которые пишут всякую хрень. Ну, я еду к гинекологу, еду на обследование, но параллельно зашла, пока мы, вот я еду, Максим сидит, тоже поддерживаем вас, чтобы рассказать вам, что у нас происходит розыгрыш у Макса в эфире. Вот, вы должны просто подписаться на мой подписчик и забрать либо деньги сегодня, либо AirPods, либо колонку. Нет, 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 потом все. Все, извините, я совсем устал. Что вы делаете? Нет. Вы извиняетесь, да? Пусть у нас такое легкое недоразумение. Когда розыгрыш? Розыгрыш сегодня вечером, ребят. От меня Сашка ушла, вы на Марседу убили. Ты на дом, смотри. Блин, да не сделал ли губы? Чего вы к ним пристали? Вы всегда такие были здоровые губы, блин. Я просто их накрасила сегодня. Накрасила, подвела контуры. Наверное, вам кажется, что они ужасная пара. Так хорошо, спасибо большое. Потому что вы не рассказываете, что вы видите, что Максим большой и понтуется. Хотя бы за вас. О чем мы вам должны рассказать? Извините, пожалуйста. Вот мы должны рассказать, снимать, поставить камеру у себя в квартире и снимать. Либо вам скинуть счет, сколько денег мы зарабатываем. Либо вам скинуть еще трусы, в которых я хожу. Мы и так достаточно нормально живем. Есть границы всего дозволенного. То, что возможно вам показать, мы вам показываем. Я не собираюсь вам показывать свою семью. Я не собираюсь показывать там своих родителей.
Я не собираюсь выносить что-то на всеобщее показание. Если у нас есть скандалы, почему я должна выносить их на всеобщее обозрение? Почему мы должны вам рассказывать, что между нами происходит? Как мы, на что мы тратим деньги? Или что мы живем? И так достаточно много вы видели это все во время проекта. Спасибо большое. Вот действительно, какая разница, если нравится, покрой сиськи. Если я хочу сделать сиськи 6 раза, например, значит, я их сделаю. Если мне не нравится, я их не сделаю. Была, блин, а как мне еще с тобой разговаривать? Чего ты ведешь себя, как будто бы ни черта не случилось? Ты так приехал сюда, говоришь мне про мою работу. Так, еще раз повторяю вам, что нужно перейти и подписаться на всех тех, кто подписан на кого подписан Максим, и забрать сегодня до вечера денежку. Это другое, я просто начните жить свою жизнь, согласна. Я не понимаю, почему все это так волнует, где мы берем деньги. Если вы хотите нам помочь, я вам могу оставить свою карту, вы нам найдете деньги. Либо, если вы хотите узнать, когда мы расписываемся, с какой целью вы интересуетесь, вы хотите приехать к нам на свадьбу, вы хотите нам помочь в организации свадьбы, пожалуйста, я вам скину карту, скидывайте деньги. Мы будем безумно вам благодарны за ваше участие в нашей жизни. А у Макса интересно, что скажет... Максим знает и так, что скажет гинеколог. Если мы даже будем ждать ребенка, поверьте, мы вам об этом не скажем до того момента, пока у меня пузо не начнет вылазить просто. Мы будем снимать только вот так вот, как я снимаю сейчас. Настя, почему всегда ты говоришь за него? Я говорю не за Максима, потому что Максим человек более вспыльчивый. Он вам матом нагнет сейчас в прямом эфире, и на этом все закончится. Хотите услышать маты, что вас послали на три буквы? Окей. То, что в своей жизни нет... Меня она всего. Ничего не говорит, просто в жизни... Да, я скажу, в жизни вы все подходите, говорите, можно сфоткаться и тому подобное. Когда вот на расстоянии вы все такие молодцы, такие красноречивые и тому подобное. А нас должны... Я до поры до времени молчу, блядь, но если вот такая вот хрень на улице встретится, блядь, ебальник слетит нахуй к хуям. Всё, Максим, прекращай. Так, а нас должны интересовать только ваши рекламы и гивы. Так, вас не должны интересовать наши рекламы и гивы. Настя вышла. Да и, ребят, просто есть такие... дебилы, скажем так. Куда же без них? В мире есть цикл. Если этих дебилов убрать, цикличность жизни уйдет, понимаете? Дебилы, они всегда нужны. Так, я вернулась, короче, на самом интересном моменте у меня выбил этот... Господи, я случайно перешла в сторис свою. Так, еще раз повторю, давайте мы собрались здесь для приятного события, чтобы вы забрали подарки, а не выясняли отношения, и почему мы должны перед вами отчитываться, сколько денег я зарабатываю, а когда темно? У нас свадьба. Мы через переход едем. Потому что, как бы, давайте так, я еще раз повторю, мы не будем повторять тему замужества, чего-то там еще, когда мы там расписываемся, не расписываемся. Ну, такие фильтры стрёмные, кстати, подделывали. Мы пришли здесь для того, чтобы вы перешли и забрали просто подарки. Вот. Чтобы вы забрали подарки. Не более того. Когда вы пишете какие-то гадости, пытаетесь нас провоцировать. Друг, я снимался во многих фильмах, там было время... Было время, когда я это... А похер? Я не курю, ребят. Я иногда беру с собой электронку. Да, я снимался. И... Да, да. Максим даже меня их забирает. Сделай потише, потише. Было время, когда я снимался, да, в далеком прошлом. В интернете можете посмотреть. Чего не делать?
на душу. Подарки в розыгрыше, смотрите, либо AirPods на выбор, либо денежка. Поэтому я считаю, что не колонка. Сегодня можно это забрать, поэтому участвуйте, следите, там все честно. Стой, вот. Стой, вот эта сказка, стой, вот эта сказка, Колесников, и что-то, что ты сам подходил ко мне знакомиться. Я ответила нет, следом подошел мой парень, и ты ушел, боялся, что... Что ты за хуйню рассказываешь, блядь? Ты что, блядь, внимание к себе привлекаешь, шелуха, блядь? Да не реагируй. Я подходил знакомиться, блядь. Если нахуй ты можешь себе позволить в паре подойти знакомиться, значит ты шлюха, блядь. А я нормальный пацан, я, блядь, верен своей женщине. Поэтому хуйню здесь писать не надо, блядь. За, ну все, что ты... Ну а хули она, блядь, выебывается здесь? Это, блядь, хуйню всякую пишет. Я подходил знакомиться, блядь. Да, ты на хейтера сейчас похож. Успокойся, блядь. Нет. Чтобы я к тебе подошел знакомиться, блядь, я и хуй знает. Луна должна, нахуй, землей стать, блядь. Настя, за тебя обидно. За что обидно? Чаще всего подарки. Просто ребята делают розыгрыш, и они разыгрывают. Вот и все. Кому ты сказал, Макс, сделай потише? У него любовница дома. Я уехала, а он себе папу. У меня любовница дома. Сейчас я покажу. Любовница. Паш. Брат. Вазген, Как ты у тебя? Нормально, все. Чисто по кайфу двигаемся. Поэтому у нас он прям очень эмоционально тебя. Поэтому я говорю, правильнее разговаривать мне, потому что все, которые ему не нравятся люди, сразу начинают активно позвать их. Просто у него разговор короткий. А что мне, блядь, сидеть? Я же сказал, кис, тебя не было. Я сказал то, что без дебилов, ну, есть цикл, ну, в мире, да? Дебилы, они должны быть везде. Дебилы. Понимаешь? Да. Если дебилов убрать, то цикл повернется в другую сторону, он нарушится, понимаешь? Это как так, часы, короче, блядь, механизм. Так, короче, мне осталось ехать, Кис, ехать 2 минуты, давай выходить. Еще раз давай напомним ребятам, что вам нужно всего лишь подписаться на людей, которые... Казахстан, привет. Максим Колесников. Вот, подписаться на людей, которых подписан Максим. Вот, и сегодня разыграются либо деньги, либо все, либо AirPods. Да, и короче, ребят, переходите ко мне в профиль, подписывайтесь на 52 спонсора, на которых подписан я. И сегодня вечером разыгрываются наушники последней модели, либо колонка, либо деньги. Это уже решать вам, но я бы лучше забрал деньги, соответственно. Поэтому чуть позже я скину страницу, на которой будет это все разыгрываться. Переходите туда, да и, в принципе, забирайте свои деньги, ничего трудного нету. Во сколько примерно розыгрыш по времени? Слушай, честно сказать, не могу, но я сейчас под этим эфиром скину ссылку парня, пацана, на который будет разыгрывать, ну, страницу парня, на которой будет разыгрываться это все. Просто поставьте колокольчик уведомления, чтобы вам приходило, когда он будет делать прямой эфир, и заходите и выигрывайте. Вот, поэтому давайте, ребят, скоро розыгрыш.